появилась. Ты хочешь? Вот сюда. Да. О, это точно? Да, это его яйцо, да? Сейчас. Вот, сейчас в это волшебное яйцо разобьем. Иголочку вынем. А еще и пропади. Фигурка, приди. Так. Вот и чудо свершилось. Вот. Фигурка у нас появилась. Здравствуй, моя хорошая. Здравствуй, моя чудесная. Здравствуй, девочка моя. Здравствуйте, ребятки. Как я рада, что я с вами надоела. Лес меня утащила и Кощею заманила. А Кощей не отпускал и в плену меня держал. А зачем же ты пошла-то к нему? За ним, ну. Она сказала, что меня медведица с медвежатами ждут, с подарками. Я ж тебе сколько раз повторял. Медведи зимой спят. Я к ней специально в этой берлоге подарки приготовил, чтобы они весной проснутся и порадуются подарочкам. Вот. Не все медведи зимой спят. Алло, да, ребятки, а вы знаете, какие медведи зимой не спят? Песенку про зиму. Конечно. Ну ладно. Давайте поем песенку про зиму, Снегурочки.